Всем привет, друзья! Сегодня коротенькое видео. Покажу вам, какой салонный фильтр можно поставить в Toyota Wheel. Toyota Wheel Sypha, в Toyota Wheel VS. Во многие Toyota Wheels идет вот такой фильтр салонный. Mandarin Auto Parts Air Filter Blower, значит, номер, part number. B812-1170. Это не что иное, как салонный фильтр на автомобиль Lifan. Простой седан Lifan, которых у нас море, и который стоит 70 рублей всего. Купил я, значит, на одной из торговых сетей онлайн. Такой вот фильтр простой. Кто не хочет колхозить фильтр жигулевский, который можно в тазомагазине купить, видео, кстати, будет по ссылочке, можете купить вот такой фильтр. Но единственное, что может немножко нужно будет его поискать или немножко подождать. Но тем не менее, он стоит дешевле, чем вот этот фильтр вазовский, тазовский, который будет по ссылочке. И единственное, что вам нужно просто чуть-чуть подождать, заказать такой фильтр, поставить и наслаждаться чистым воздухом в вашей Тойоте. Всем пока, подписывайтесь на канал, не переключайтесь, будет еще много интересного.